Я рада представить вашему вниманию варганы, на которых я сама играю 90% времени. Это стандартные кубызы Тимура Вахитова. Инструменты, без которых существование мелодического направления, во всяком случае в России, варганного мелодического направления, было бы абсолютно невозможно. В интернете вы сможете найти хорошие разборы всех моделей этого мастера от Владимира Маркова. Я сейчас расскажу конкретно про эту модель. Это тот инструмент, который я всегда рекомендую начинающим, кто хочет освоить бертональную игру, хочет научиться играть мелодии на варгане. В своей школе варганной в Москве я обязательно всем ученикам рекомендую именно эти варганы. И они, конечно, ни одному уже человеку попортили нервы, но тем не менее, кто с ними осваивается, тот становится действительно уверенным варганистом. Дело в том, что что это инструменты серийные, сделаны вот из прута, как вы видите, да, они сделаны настолько точно и удивительно хорошо, что позволяют получать самый чистый, пожалуй, что звук. И это как раз то, что помогает новичкам, не отвлекаясь на какие-то дополнительные призвуки, не путаясь вот в этом море звука, который может издавать варган, выделять нужные обертоны. Но, тем не менее, у этого инструмента тоже есть свои секреты. В частности, при таком хорошем позиционировании язычка относительно дек и маленьких зазорах у него могут возникать проблемы, у начинающих могут возникать проблемы с бряцанием. Здесь очень важно правильно наносить удар, ни в коем случае не под каким-либо углом, а очень четко на себя и в плоскости дек. И чтобы очень правильно этот удар не делать слишком сильным. Вообще инструмент нежный, с ним надо обращаться аккуратно, естественно, и обращать вот внимание на как раз на силу удара. Все инструменты именно этой модели находятся в среднем диапазоне, то есть это примерно соль, ля, максимум ля диез, вот такие вот ноты вы сможете найти. Ну и что еще можно про него сказать? Ну, это надо просто слушать, потому что это прекрасный инструмент. Играйте на варганах Тимура Вахитова.